Ну а сейчас вновь в Рио-де-Жанейро. Еще одна новость приходит из олимпийской столицы. После того, как там за сутки позеленела вода во втором по счету бассейне, организаторам пришлось объяснять причину происходящего. Так, в оргкомитете игр заявляют, что причиной стало падение уровня содержания щелочи в воде. Говорят, что это для спортсменов не опасно. Ну и напомню, что вчера из голубой в зеленую перекрасилась вода в бассейне для прыжков в воду с трамплина, а сегодня в новом болотном цвете уже предстал бассейн для соревнований по водному полу и по синхронному плаванию.